Чистопольцы продолжают приходить на свои избирательные участки. Каждый считает своим долгом принять участие в выборах президента Российской Федерации. От нашего выбора зависит наше будущее. Выбирая президента, это глава государства, которая определяет как внешнюю политику, так и внутреннюю. И от той программы предвыборной, которая будет реализовываться тем человеком, который станет главой государства, зависит наше благосостояние. Президент должен быть умный, энергичный, стратегически мыслящий. Выберем свое будущее. Кого выберем, так и будем жить. Наше будущее, говорит, наше зависит от кого проголосуешь, президента своего выбираешь. На 12 часов явка по городу уже составила 27% от общего числа избирателей, а по району 44%.